Друзья, привет! Приветствую вас на канале. Сегодня занимаюсь посадками. Сегодня у нас 18 апреля, вот перед Пасхой. Вот помидорки высаживаю. Ну что, рассада уже перерастает? Куда уже ее? А была посажена, вот распикирована 16 марта. Вот. Ну и вот, а сегодня чуть больше месяца, она уже вот так вот, рассаживая ее. Сейчас быстренько хотя бы одну грядку сделаю и пролью, с фитоспорином пролью, на всякий случай. Ну, в общем, вот так, ребят, занимаюсь посадками. Друзья, посадила я, сейчас буду поливать, принесла теплой воды. Вот. И буду поливать вот с фитоспорином. Здесь 10 грамм на 10 литров воды. Я сейчас буду разводить и полью теплой водой помидорки все под корень. Вот. Теперь что хотела сказать. Какие я тут посадила. Ребят, мы только садим розовые помидоры. Бычье сердце, розовый гигант. Вот здесь в основном бычье сердце. Несколько розовых гигантов. Вот. Ну, мы для себя, не на продажу. Кушать, вот, поэтому буду сейчас поливать тепленько водичкой все свои помидорки, а по краям грядок, вот ближе к дорожкам, я посажу еще какую-нибудь зелень, потому что у нас огороду-то, собственно, вот одна сотка тут, вот, поэтому здесь мы должны разместить помидоры, огурцы, ну и зелень, может быть, лучок посею с одной стороны, с той стороны. Та более западная, а с восточной, наверное, может быть, рядочек свеколки посажу. Пусть свеколка будет. Ну, как бы. И вот, смотрите, я хотела показать. Видите, посередине проходит труба. Это у меня полив. Правда, идет сразу он со шланга, не откуда-нибудь полив. И насверлено в этой трубе точечки. Можно перекрывать какую-то грядку. Можно все сразу грядки. Включаю воду. Ну, мне неохота возиться, ходить, поливать каждый день с утра до вечера. Я вот включила. Час-два поливается у меня, проливается, капает. Все, выключила. На день, на два мне хватает. Вот, очень удобно. На зиму я отключаю воду, сливаю отсюда. И вот видите, какие большие вот стояки. Высотой где-то 2 метра. И на них перекладина железная. Это у нас стоит тут здесь всегда. Вот, кстати, водопровод будет опускаться ниже. Он ниже. Вот на последний я ложу, и он прямо под землю капает, чтобы не вымывал. А вот здесь вот эти вот, видите, перекладины сюда. Мы подвязываем помидорки, как они подрастают, и сразу начинаем подвязывать. Ну, вот этот розовый гигант, бычье сердце, они высокие. 2 метра с лишним. Но когда уже выше они перерастают, вот этих 2 метров, я тогда делаю уже прищипку. Вот. Ну, вот так, ребята, рассказала и показала вам свои помидорки. Конечно, сейчас они такие бедные, подуставшие. Пока посадила, но надо скорее поливать. На этом все, ребята. Пока-пока.